Секретные иностранные заемщики не вернули России почти 1 миллиард долларов, который должен был поступить в этом году. Такую информацию сообщает агентство РБК, ссылаясь на материалы, которые правительство направило в Госдуму. Замминистра финансов Сергей Старчак подтвердил, кто-то из стран не вернул России деньги в срок. Но что это за страна и вообще сколько их и что за кредит, не сообщается. Ранее Счетная палата указывала, что в 2017-2019 годах наступают сроки погашения долгов перед Россией для Белоруссии, Кипра, Венесуэлы и Кубы, но сказать наверняка, что миллиард долларов задолжал кто-то из них, невозможно.